Мы нашли отличный способ отпугивать тук-тукеров. Потому что иногда они подходят, ну и начинают там задавливать, я уже рассказывал не раз, и ты говоришь, нет, не надо, не надо, они все равно продолжают. И один раз у нас, мы ехали в Хампе, они нам автостопить не давали, вот так вот стоит минуту. Даже если его игнорируешь, это была нормальная тактика, но лучшая тактика, это вот сейчас, да. Так. Блин, на камеру не пристают. Ну, позадал бой. Вот, все, помогает, 100%. В противном случае они продолжают за тобой ехать и предлагать. А так, отлично.